Друзья, всем привет! Меня зовут Юджой, я музыкальный продюсер, диджей, певец, мультиинструменталист. Как вы поняли, я посвятил свою жизнь музыке, и с детства очень люблю музыку, и всегда мечтал заниматься по жизни именно музыкой. В какой-то момент я начал реализовывать свою мечту, это было не сразу, в 28 лет. Я решился заняться музыкой уже как настоящим делом профессии, до этого это было как хобби. Я выпустил уже около 40 треков в разных стилях, от танцевальной электроники до каких-то лиричных треков под гитару. Выступал на множестве больших фестивалей, на разных камерных площадках по всему миру. Исколесил с турами Европу, Азию, Россию, играл даже в Австралии. Очень люблю музыку и продолжаю ей заниматься, продолжаю в этом развиваться. В последнее время я получаю очень много запросов на обучение созданию музыки, созданию электронной музыки, созданию музыки на компьютере. И я задумался над тем, чтобы создать свой курс по написанию музыки. Куда я вас, собственно, в этом видео и хочу пригласить на свой новый свежий курс по созданию музыки на компьютере с нуля, где я поделюсь своим подходом, который на самом деле вообще не сложный, как писать музыку в современных реалиях, да, потому что многие считают, что музыка — это что-то очень сложное, тебе нужно какое-то образование, там, классическое или какое-то еще, или знать какие-то все эти штуки электронные. Но нет, современная музыка — это очень просто. Я бы сказал даже, что сейчас компьютерная музыка, музыка, которая создается на компьютере, это на самом деле народная музыка, потому что это доступно всем, практически у всех есть компьютеры, можно поставить программу и начать создавать музыку. Мой подход включает в себя, во-первых, сэмплинг, на котором, по сути, базируется сейчас 90% современной музыки, это сэмплы. Да, сэмплы мы можем где-то скачать, где-то записать или создать сами, но это некая такая отправная точка, которую мы будем изучать и применять. Да, как это вообще работает, я буду рассказывать, как я именно с этим работаю. И большинство треков, например, на моем новом альбоме «Лифт», который вышел буквально пару месяцев назад, можете послушать его на всех площадках. Если вы впервые вообще меня видите, то обязательно вам рекомендую послушать этот альбом, потому что это сейчас на данный момент моя самая большая, самая мощная работа. И практически все треки в этом альбоме базировались на вот этой технике сэмплинга. Дальше мы изучим с вами технику лупинга, создание петель. И это основные вещи, которые нам будут нужны для создания трека. И уже потом, отталкиваясь от этого, мы изучим с вами, какая может быть структура трека, из чего состоит трек, ритм, бас, гармония, да, основные элементы, как их сочетать. И как создать, скажем, из какого-то своего наброска, создать полноценный трек и как результат выложить его на платформы, на все площадки, чтобы вы, ваши друзья, близкие, вообще весь мир мог услышать вашу музыку. Что понадобится для обучения, для того, чтобы вообще в это включиться? Во-первых, желание, во-вторых, отклик, и вообще вам должно нравиться то, что я делаю, и интересен мой подход к музыке, к творчеству в целом. Нужен компьютер, какие-то простые наушники и музыкальная программа. Какая, я вам расскажу чуть позже. Плюс, помимо технических аспектов создания трека, на курсе я буду делиться своими творческими принципами, своей философией, которую я выработал за многие годы и которая мне помогает заниматься музыкой, все время заходить в это со свежим взглядом, с интересом, экспериментировать, потому что ту музыку, которую я делаю, она очень разножанровая, я никогда не привязывался к каким-то жанрам, я делаю то, что мне интересно. Для меня это настоящее творчество. И это то, что я хочу передать вам тоже в этом курсе.
и поделюсь своей философией, которая будет вам помогать без лишней критики, запаров идти в этот процесс, да, создания музыки, создания своего трека легко, бодро и просто. Курс будет длиться 1,5 месяца. Присоединяйтесь, пишите нам, мы расскажем вам всю подробную информацию. Ждем вас на курсе по созданию электронной музыки с Sweet Joy. До скорого!